Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале питомника Марии Мистик. Сегодня 31 декабря 2021 года, и вот уже через несколько часов наступит Новый год! 2022 год тигра, как наш барон, год барона наступит. И мы хотели поздравить вас с наступающим Новым годом. Это Яшка и его братишки вышли погулять. У нас очень много снега в огороде. И калифорнийским кроликам, не дикарашкам, очень нравится такая погода. Сегодня у нас на улице достаточно тепло. Кролика любит кушать снег. Это ему заменяет в зимнее время года воду. А также любит кушать новогодние гирлянды, которыми мы украсили свою елочку. Но мы контролируем, чтоб лишнего кролик не съел. Наши кролики очень спокойные и ручные. Они не боятся ни собак, ни кошек. И я уже показывала, как они хорошо относятся к людям, не боятся рук. Поэтому эти крольчата на самом деле находятся в продаже. Это последние 4 крольчонка от Мишели Монарха. Акрол 27 октября. И вот такие красавцы у нас уже подросли. Им недавно, 27 декабря, исполнилось 2 месяца. Ребята готовы к переезду в новый дом. И, возможно, под Рождество кто-нибудь из них найдет себе новые заботливые любящие ручки, новую семью. Я уже говорила, что этих крольчат можно приобретать не только как племенных производителей, это 4 самца, но и как домашних питомцев, в силу того, что они у нас совершенно порядочные кролики, очень хорошо себя ведут, в отличие от нашего котика и нашей Мишуты, которая их постоянно терроризирует, кушают елочку. Кстати, кролики зимой для получения витаминов в природе кушают еловые веточки. Это очень даже нормальное и естественное поведение для кролика. Поэтому елочку надо от кролика прятать подальше. Я надеюсь, дорогие друзья, что эти новогодние белые пушистики подняли вам немножко настроение предновогоднее в этот тяжелый подготовительный день, когда все, конечно, стараются все успеть, успеть все приготовить, накрыть красивый нарядный стол до Нового года. И оставайтесь с нами. До новых видео и до новых встреч на канале питомника Марии Мистик. Здоровья вам и вашим питомцам. Молодец, кролик сдачи дал барон. А барон говорит, это моя елочка. Он Барсю гонял от елочки, теперь кролика гоняет от елочки.